А теперь поговорим о том, чем опасна передозировка сахарозаменителями. Аспартам – самый распространенный искусственный подсластитель. Используется при производстве 5000 наименований продуктов и напитков. Больше известен как пищевая добавка Е951. Постоянное применение аспартама приводит к головным болям, звону в ушах, аллергии и бессоннице. Следующий в списке – ацесульфам К. Пищевая добавка Е950. Слаще сахара в 200 раз. На этом ее плюсы заканчиваются. Что же касается минусов, то длительное применение ацесульфама может приводить к нарушениям работы кишечника и аллергическим заболеваниям. Мало того, он запрещен к применению в Канаде и Японии. Еще один искусственный сахарозаменитель – сахарин. Слаще сахара в 450 раз. Имеет металлический привкус. Опыты на животных показали, большие дозы подсластителя способны вызывать заболевания мочевого пузыря. Запрещен к употреблению в некоторых странах. Несколько слов о фруктозе. Это самый сладкий из природных сахаров. Фруктоза в 1,7 слаще, чем сахар. Она так же калорийна, как и сахар, и не является низкокалорийным продуктом. Кроме того, употребление фруктозы в некоторых случаях может привести к токсическому поражению печени.